нормально начали, неплохо. Пустили инициативу, во втором периоде после пропущенной шайбы. Слабить надо было больше, играть в давление. Пропустили тут же, там, через минуту спустя. Поэтому был тяжелый матч. Не в нашу пользу закончился. Был у вас все-таки вот такой период выходных дней. Насколько все-таки такие перерывы небольшие влияют на игру в Тунс? Ну, играть через день там по 6-7 игр, это тоже, конечно, не очень приятно. И паузы большие неприятные. Но такой график, такой календарь, поэтому надо быть ко всему готовым и ко всему подстраиваться. Сказали, что инициативу в какой-то момент попустили. Все-таки игра реально удавалась, особенно в первом периоде. Очень много моментов и не реализовали. Вот ключевая причина не только не реализации, но что еще? Чего не хватило? Да не знаю, отступили от своей игры. Где-то во втором периоде надо было попроще играть в своей зоне. Переводить шайбу в зону соперника. Играть там больше, давить, прессинговать. И, может быть, оттуда было бы лучше. Весьма длинная 7-матчевая домашняя серия получилась. Какие можно такие небольшие выводы сделать по ней? Ну, так неплохо сыграли, если общую картинку брать. Но есть еще над чем работать. Одна там третья часть регулярки позади. Поэтому работаем, готовимся дальше.